слушать скобочку Асанова? Владимир Владимирович. А почему? Ну, не знаю, мне нравится его политика. Вы скажете, почему поддерживаете президента нашего? Потому что порядок он дает. Стабильность. А в 18 году за него будете голосовать? Обязательно. А вот скажите, в 18 году вы за кого будете голосовать? Ну, за Путина. А почему? Нравится. Потому что я не вижу больше кандидата. А вот скажите, вы Путина поддерживаете, а почему? Я все равно его поддерживал. А в 18 году за кого будете голосовать? За Путина, конечно. А вот скажите, а в 18 году за кого будете голосовать? Я за Путина. А почему? Потому что мне нравится Владимир Владимирович и как он ведет дела и весь бизнес в стране. А вот скажите, вы Путина поддержали, а почему? Потому что он хороший, потому что он умный, потому что он добрый и порядочный человек. А в 18 году за кого будете голосовать? Только за Единую Россию, за Путина. А вот скажите, а в 2018 году за кого будете голосовать? Конечно, за Путина. А почему? Потому что он мне нравится.